Всем кря, с вами Бабка, и, как, наверное, многие заметили, давно не было ни стримов, ни видосов, и это связано с тем, что у меня началась учеба, и я еще и нашел работу, поэтому я возвращаюсь с учебы и сразу же впадаю в нее. Вот, и, да, контента давно не было, поэтому я решил сделать вот данный видос. Что это такое? Это нарезка из различных игровых моментов, смешных, не смешных, которые я нашел у себя на компе, которые были записаны еще хрен знает когда, некоторым там по полгода. И те, кто на канале давно, знают, что вообще весь канал начинался вот с таких вот нарезок, которые просто делались из различных моментов моей игры во что-то там с друзьями. И так как стримов не было уже 3 недели, а вот такая нарезка вообще последний раз выходила 7 месяцев назад, и если вам интересно, то я ссылку на плейлист с такими нарезками поставлю в описании, они там есть. И можете ознакомиться, если хотите. И если вам зайдет, потому что, как я понял, нарезки все-таки многим не нравились, поэтому я их перестал делать, да и особо контента не было. А сейчас он набрался, и канал достаточно долго сейчас пустовал, целых 3 недели. Вот, нарезка. Все. Отдельное спасибо, кстати, Тиграну, которого многие знают по стриму. Он скинул мне достаточно много моментов, которые вы здесь и увидите. Ну и что-то я набрал сам. Все. А теперь переходим к самому видеоролику. Я закончил свое вступление. Сейчас только четвертый включу. А, нет. Ты куда? У нас тормозов нет, пацаны, сори. Блять. Нет, не тормози! Сука! Сука! Нет! Нет! Хера себе! Меня выкинуло! Магнит! Нет! Магнита! Да я пойду сейчас, я же говорил. Да куда ты пойдешь? Катя сама доедет. Катя сама не доедет. Катя, ты доедешь? Вы хотите бросить девушку на произвол судьбы на вокзал? Да. Да. Нет. Ой! Говна кусок, бля. Лезгинка! Как связываться? Да я вот сегодня Вове рассказывал. Три стадии принятия просто вот. Как, блять? Так, блять. Ладно, блять. А, четвертое. Саня, блять. Саня, блять. А, понял. Не понял. Не понял. Так, мне срочно монетка нужна. Какая монетка? Я тебе крышу построил. Два раза причем. Три даже. Пофиг, что на тебя спало. Так, орел Вова, решка серый. Погнали. Ё-моё. Блять, куда нахуй сидит? Это ничья, выбирай другую. Я 5 рублей пропустил. У него вот это нашел. Решка. Значит, Вова. А Тёма мой любовник. Да. У тебя, ну это было понятно, потому что мы это, в том лобби уединялись. Это да, это да. Ого! Что? Ни на что не намекаю, пацаны. Ты мне скинул сообщение, я не увидел толком, кто я. 5 minutes later. Мяу. Тёма, прости. Бабка, а я была тебе хорошего мнения. Мы вот один раз разбежались, я думал, что ты не этот.
Ясно, Тигран-изменщик. Шлюх получает. Я нашел себе развлечение. Заходить в мой мир и бить тут все подряд? Не, смотри, иди ко мне. А, я тебя понял. Не трогай моего друга, блять. Ты в 10 самых бесполезных заметь. Не трогай мою антистресс-игрушку. Это Сквиш, понял? Блять, нет. Надежка кончилась. Нет, блять, не смей, урод. Пошел нахуй. Не трогай мой Сквиш, блять. Ой. Чё ты? Вов, отвлекись, пожалуйста, от своей игры в телефоне, у вас проблема. Блять, две головы, нахуй, психи. Что? Давай, прыгай, вот. Дай мне хотя бы одну игру сегодня. Там еще один этаж, по-моему, есть. А, нет. Ты упадешь сегодня? Ну. Куда? Жир трес, пиздец. Я говорю, беси до сих пор. Тигра! Денис! Не надо, не беги! Да ты пидорас, я твой! Кстати, рулите как-то. Можно там побыть тех спас. Здрасте. О, привет! Блять! Шпак! Сколбин упанул. Как я? Нет! Ух, ебать! Нет! Hello, guys! Hello. Новорусский. Окей, thank you. Что нахуй? Fuck you! Аргумент. О, но наркотика! Альго есть! Ох, прям как хп. Блять! Давай! Два очка надо. Да. Вот так, хорош, хорош. Хорош. Блин, ну мы все равно мы проебали. А, нет, да, все равно не попадаем в сим. Все равно проебали. Ну, обидно. А я было возрадовался. Возрадовался. Ну придется огорчиться. Не настоящий ассасин. Чего он, наверное, ненавидит в своей жизни просто сейчас? Так, я надеюсь, в этот раз у нас работает. Что? Как? Кого? Почему? Yeah, что это было? 5 minutes later. О! Понял. Впервые краска не получилась. Вычеркивай. Слушай, ты же знаешь, как бита в этой игре работает? Ты сейчас можешь в другую сторону полететь. Я не говорю. Низ, я тебя заставил от бабки, понимаешь? Вон там челик. Вовремя поехал просто. Да. Попал. Мне кажется, проще уже автомат. Да сука. Тигран попадает из снайперки на машине на ходу два раза подряд. Так же не может в упор попасть, колбаться в автомат. Что вы можете сказать о своей команде? Ну, знаете. А
Эй, маракасы! Hell yeah, party, party! Go! А если на тебя такая вот забегулина упадет? Ну, потенциально, каков шанс, что она именно на меня упадет? A few moments later. Ровненько просить, так, опа. Вот такой шанс. Ты меня бампер убил. Возьми другую машину. Ладно, мне там... А почему опять-то, блядь? О! Офигеть! Саша? А. Сын. Мы подружились, теперь мы друзья. Нет, ну настолько похер, да? Я могу даже так сделать. Стоит, смотрит. Пошел дальше. Это мой друг. Ты знаешь, типа, вот когда ты в данж идешь, чисто фармить арты, ты такой, хопа, троллинг. Блять. Вот он затроллился, чисто понял. Так, как назовешь? Или как его зовут? Я назову его Илон Маск. Почему? Потому что. Потому что Маск. Он так скоро умрет от него, а если я подойду? Давай, дружище. Давай дружить все вместе. Подожди, дорогой, стой. Ну подожди, да. Можно рассмотреть. Давай поговорим. Ждать, 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 выжидать, прыгать. А, 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 ебать! Финиш. Чего? Я погнал человека, который ехал вторым. Ах ты тварь вонючая! Кто? Кто первый? Вентадор или я? Вентадор или я? А, соси эти Вентадор, соси Вентадор. Блин. Я мог быть вторым. А вон погодьте, Вова наверху. А я его! Все, Вове пизда. Так у меня не то оружие, чтобы стреляться в ближний. Теперь то оружие, чтобы стреляться в ближний. Вот, ты как умудрился? Я не знаю. Я просто не видел этого. Это, блядь, Тигран. Блядь, чё? Блядь. Почему Тигран, если я сейчас бегаю с Тёмой, с Денисом, блядь? Да потому что мы втроём. Ты, я, блядь, в эту хуйту. Там был Серёга, пока я только там... Да, сука! Серёга, блядь! Блять, это невозможно всерьез воспринимать. Да надо писать. Хули ты дышишь, ебаный ворот. Спавой ты, че ты, блядь? Пусть не дышит, пусть дома будет. Ой, ёб твою мать! Сука! Блин. А ты хули, пидорас, блядь, маленький. Я знаю, ты сейчас что-то будет, это приготовить. По-моему, позавчера прикол был. Этот чувак написал, что он, короче, забрал посылку, пришел домой, открыл ее. Вот, потом открыл кружку, а из кружки полезли тараканы, короче, которым это... Вот, он говорит, что мне делать? Я ему написал, закройте тараканов в кружке, отправьте обратно. Что я могу еще посоветовать? Ну типа, блин, тут за тупые вопросы, отправляй их обратно, что я буду, блин? А он мне еще фотки скидывает, такой, ну клёвый таракан, чё такая красивый, усатый, блин. Богдан, ты всё равно мёртвый. Устранил конкурента. Слышал, что у нас этот, короче, Зэк сбежал? Нет, посмейся мне. А,
не слышал эту историю? Нет, ну-ка давай трави. Короче, у нас привезли заключенного в полицию. Вот. Он взял автомат, с третьего этажа прыгнул на елку, по елке спустился вниз и убежал в город. Вот, с автоматом и с... сколько там, 90 патронов взял с собой. Ни хрена себе у вас полиция там. Вот это поворот. Ну вот, его через 5 часов, короче, поймали.